происходит на этапе консультации, потому что даже девушка молодая, возрастная, неважно, но пришедшая вроде бы с видимым комками бешара, при пальпации мы можем видеть, что этот комок бешара растянут на протяжении и не будет подлежать удалению и в результате хорошему результату. Поэтому, если говорить о возрастной категории, то это может быть лучше, конечно, это молодые пациенты, и в основном это идут молодые пациенты, которые стремятся именно про себе визуализировать эти провалы под скуловой дугой. А там уже на этапе консультации мы просто пальпируем и смотрим, есть ли они и в каком объеме, и сможем ли мы их удалить, дав пациенту нужный результат.